Петр Белоусов открыл первую секцию бокса в селе Афанасово. После под его руководством был организован спортивный зал, в котором по сей день собираются лучшие боксеры республики. Очень много учеников у Петра Егоровича, которые прошли через эту школу. У нас сегодня есть и мастера спорта, есть и кандидаты в мастера спорта. Очень много разрядников. Поэтому ради этого, ради того, что действительно легендарный человек, мы эти турниры решили проводить. И вот проводим до сегодняшнего дня. И Алла Верса будем проводить еще и в будущем. С каждым годом на масштабный турнир съезжаются десятки ребят. Возраст самых маленьких едва дотягивает до 8 лет. Но тем не менее, эти начинающие боксеры уже показывают зрелищные бои. В прошлом году наши отбились очень хорошо. В этом году также. Такие же результаты ждем от ребят. Ребята, новички, боксируют в основном. Самое главное, ребята, привлечь ребят в спорт, маленьких ребят. И чтобы они уже занимались им любимым видом спорта. С первых боев атмосфера на ринге накалилась до предела. Пока одни выявляли сильнейшего в боях, другие настраивались на предстоящие поединки. В одном из первых боев на ринге встретились афанасовец и нижнекамец. Несмотря на то, что родные стены спортсмену в синем углу ринга не помогли, настрой у него был боевой. Тактика у него была хорошая, скорость, движение. Я отбоксировал на полную, но устал просто. Немножко еще потренироваться хорошенько, тогда все получится. Сегодня завершился первый соревновательный день. Отбились 12 пар боксеров. Завтра пройдут бои старших ребят и финальные поединки. Фанасовцы из года в год, они всегда в призах. Я думаю, что и в этом году мы свою марку не потеряем. Будем и чемпионами, и вице-чемпионами. Ну, я думаю, что призеров будет очень много в разных весовых категориях и в разных возрастных группах. Победит сильнейший, но мы болеем за своих.